сегодня налегке. И спину снова гонит ветер. Ты одинокий пассажир, остановят или нет, автостопом через жизнь. Дальний свет, километры позади, ты устал, кидает сон, сигарета на потом. В преддверии дня рождения поп-панк-группы «Фиги» во Дворце культуры «Медвежьи озера» прошел акустический концерт. Группа «Фиги» была создана в 1999 году в результате слияния двух разных коллективов «Фиг-2» и «ЭКГ». Несмотря на то, что стилистически эти группы значительно отличались друг от друга, это не стало препятствием, а наоборот, помогло им выработать свой собственный уникальный стиль. Улица! Щеку царапает пуговица, стоит только зажмуриться, асфальт сразу целуется. Музыканты группы «Фиги» выросли на Щелковской земле. Здесь, во Дворце культуры «Медвежьи озера», находится их студия, где проходят репетиции и подготовки к концертам. С Домом культуры, вот с этим, у нас связано очень много. Мы здесь начали учиться музыке, мы здесь занимались, тоже вот такими шпитами были, бегали с гитарами здесь заниматься. Вот, и так пошло это все очень давно, и мы продолжаем все это, продолжаем эту эстафету. В интервью «Фиги» рассказали о своих успехах за прошедший год, который был весьма продуктивным для музыкантов. Мы постарались за этот год сделать побольше релизов, это у нас вышло... Пластинка, которая была разделена на несколько частей, плюс еще несколько синглов, и мы сняли видеоклип и сделали очень большую работу за этот год. Вот, мы попали в чарты «Удюжу» на нашем радио, это тоже для нас большое достижение. В рамках концерта группа исполнила как старые полюбившиеся поклонникам хиты, так и новые песни, которых в их репертуаре за последний год появилось немало. Загружаются новые измы, идиомы и некие штампы. А в сети, как всегда, аферисты, а в сети, как всегда, все неправы. Вновь открываются двери, вновь открываются мысли. Во все, что ты раньше не верил, теперь становится смыслом жизни. Вновь открываются двери, вновь открываются мысли. Во все, что ты раньше не верил, теперь становится смыслом жизни. Ребят слушаю, наверное, года с 2003-го, может быть, 2002-го. Нравится тем, что ребята поют от души, какие-то близкие моему сердцу песни, излагают ровно те мысли, которые есть у меня в голове, но которые я сформулировать сама не могу. Очень качественная музыка, которая мне, ну, импонирует. И вообще, ну, душевные ребята всегда двигаются вперед, делают что-то новое. Очень интересно следить за их творчеством. Следующий год для группы будет особенным. Коллектив отметит свое 25-летие. Музыканты уже начали продумывать планы и мероприятия, посвященные этой дате. Впереди новые релизы и концерты. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.